По просьбе редакции я пообщаюсь с теми, кто пытается получить или уже получил финансовую помощь от государства здесь, в Америке. Это Камиль. Здравствуйте. Он еще вчера работал вот в этом ресторане на Уолл-стрит. А сейчас сколько ты уже без... Второй месяц. Второй месяц. Да. И есть какая-то финансовая у тебя подушка или на что ты сейчас живешь? Да, у меня есть финансовая подушка. С тех пор, как меня уволили, я оплавился на пособие по безработице. На следующей неделе мне его уже сразу дали, а через две недели начали давать еще дополнительную помощь, $600. Это Pandemic Money, и они будут у нас идти до августа. Вау! Сколько у тебя в целом получается вот в месяц или в неделю, как удобнее считать? В неделю $1100. То есть это 4400 в месяц, да. Грубо говоря. Плюс еще 1200 нам дают всем. И разовую помощь 1200 разовую ты получил? Да. Скажи честно, да? Вот ты до вируса, работая официантом, как много ты работал, сколько у тебя было смен в неделю, сколько это часов? И плюс-минус, сколько ты зарабатывал? Я работал full-time. Зарабатывал я, если честно, немножко меньше даже, где-то $800-$950. В неделю? В неделю. А сейчас 1100? 1100 за абсолютно ничего не делание. Ну, вот если тебя попросить оценить то, как государство помогло тебе в этой ситуации? Оно мне очень сильно помогло, потому что сначала была паника, что делать. Я ни на что не рассчитывал абсолютно. И вдруг раз, так, сначала одни деньги. Как бы я уже радовался $500, и вдруг следующие я очень сильно обрадовался. Конечно, это очень сильно мне помогло. И я чувствую защиту государства на все 100%. Я знаю, что мне есть за что заплатить, на что поесть, и на улице я не останусь. Сейчас расплачусь.